Конечно, новую игру. Экшон. Из всего, что я видел в битвах Фронтира, пилот — это высший хищник. Быстрый и ловкий, полный грации и разрушающей силы, проницательный, находчивый и неумолимый. Пилот видит мир иначе. Отвесные стены становятся доступными путями. Пилот сражается иначе. Владея обманными маневрами, он способен переломить ход даже самой неравной битвы. Но что действительно отличает пилота от пехоты и техники на поле боя, это связь между ним и Титаном. Эпичненько, эпичненько. В связке с Титаном его могут остановить только превосходящие силы, либо равные ему. Фронтир — это мой дом, единственный, который я знаю. Годами АМС разоряла и опустошала наши земли, загрязняла и уничтожала наши планеты, убивая нас за попытки сопротивления. Несмотря на недавние победы на Диметре и за ее пределами, до победы над АМС нам еще далеко. Я, стрелок ополчения, сражаюсь за свободу Фронтира. Впереди долгий путь, прежде чем я стану пилотом. Ну, а кажется, все намного проще. Станет, я надеюсь быть достойным. Что-то фпсиков маловато в катсценах. Журнал Купера. 9-й флот ополчения летит на штурм планеты Тифон, контролируемый силами АМС. На ней нет мирного населения. Мне известно только, что там находится военный исследовательский центр АМС. Я на борту корабля Джеймс Маккаллан. Пока есть время, учусь пилотировать Титана под руководством капитана Ластимозы, который знает толк в этом деле. Не знаю, с чего это он решил взять меня под крыло, но грех упускать такую возможность. Это точно. Полоса препятствий для пилота. На борту МСС Джеймс Маккаллан. Приближаемся к планете Тифон. А, черт. Похоже, установки сброшены. Придется калибровать заново. Не беда. Ну как тебе, Купер? Заебумба. Все, мы готовы. Посмотрим, что ты запомнил с прошлого раза. Установка нейронной связи. Это не совсем связь с Титаном, но похоже. Чтобы выучиться новому, нужен особый настрой. Ого, намного лучше. Твое Извиняюсь. Обучение не входит в число моих задач, но я вижу в тебе задатки. И потом, у нас война. Когда тут учиться-то? Вот так, прыжок и готово. Ускоримся немного. Активирую прыжковый модуль. Прыжковые модули работают по принципу ослабленной устойчивости. Чтобы двигаться быстро, включить автобег в меню удоправления. Зачем? Ты к нему привыкаешь, как к родному. Прекрасно, да? Сделано по мотивам моей родной гармонии. Я там вырос. Вот за что мы сражаемся, Купер. За миры, где есть что-то кроме металла и дыма. За свободу жить в гармонии и процветании. Давай удостоверимся, что прыжковый модуль настроен. Попробуй пробежать по стене. Ага.
Осторожно. Простой двойной прыжок. Повторяй за голограммой. Да-да-да, все это я уже знаю. Со времен битвы при Диметре мы отбили больше четверти фронтира. Ополчение теперь лучше организовано. У нас все больше добровольцев. Таких, как ты. Я уже тут. А, ну ладно. В бою все идет не так, как ожидаешь. Будь готов использовать любое оружие, что найдешь на поле боя. Это только некоторые из моих здешних находок оружия. Пора на стрельбище. Ух, жопа. Заряжай. Чтобы стрелять точнее, используй прицел. Хорошо, потренируйся еще, если хочешь. Иди на полосу препятствий. Тут еще лет не играл в Титанов. Ладно, поехали. Ладно, у меня для тебя новые испытания. Норматив 2 минуты. Чтобы продолжить, старайся лучше. Следуй за голограммой или найди свой путь. Ладно. В бою пилоту нужна гармония между скоростью и меткостью. И то, и другое одинаково важно. Полоса препятствий помогает нам до автоматизма отточить наши навыки. Да, в смысле? Почему он не стреляет, блядь? Да что ты? 100 тысяч лет, блядь, не играл в Titanfall. Блять. Ясно, понятно. Хороший забег. Видишь таблицу результатов? Поздравляю с новым рекордом. Это что-нибудь. Есть сильные и слабые стороны, так что пройди это испытание. Какую таблицу? С разным оружием. Посмотри на таблицу результатов, чтобы узнать, как улучшить свой. Ну ж, раз уж ты разогрелся, не хочешь попробовать себя в гонке против голограмм? 57 секунд. Сразу предупреждаю, эти голограммы записаны лучшими пилотами СП. Как да, да. Подойди, покажу тебе кое-что осадочное. Да в смысле, блять? Чё за хуйня? Говно, блядь. Эти вот яму, блядь, угодил. Всего аж полз препятствий. А, не терпится рассказать Андерсону. Вот сукин сын озвереет. Хуйня. Я могу лучше, блять. О, блять, шустрый. Блять. Ладно. Да ты прям порхал. Да. Ладно, хрен с ним. С полосой препятствий все? Тут можно так. Я еще не закончил. Без проблем. Возвращайся, как будешь готов. Я что, не на то нажал, что ли? С полосой препятствий все? Да. Посмотрим, что там еще. Хорошо, тебе это понравится.
тебе пора познакомиться с лучшей половиной любого пилота, Титаном. Давай-ка его вызовем. Это ж вроде даже. Конечно, вот это вариант. Ну. Купер, это всего лишь симулятор. Это не настоящий бой. Тут, конечно, вариативность диалогов здесь. Нам потребуется больше места. Из разряда от двух одинаковых ответов да и да. Только в разных вариациях. Он титан класса авангард. Собственные технологии ополчения. Наш первый собственный корпус титана. На этот раз нам не пришлось красть у АМС. Давай, стрелок, вызывай своего первого титана. Посмотри в небо. Вон он. Где? А. Ладно, стрелок, тут скоро будет очень жарко. Вытаскиваю тебя. Отключаю все дополнительные системы. Купер, приготовиться! Полегче, Кол, он только из виртуалки. Дай ему прийти в себя. Сейчас будет готов, не сомневайся. Да, сэр! Личному составу занятия... Сейчас буду готов, блядь. Это не учебный. Внимание! Они нас убивают. Но пытаются. Ты хорошо справился. Постепенно набьешь руку. Мы еще сделаем из тебя пилота, стрелок. Но не сегодня. Нет времени. Ластимоза! Андерсон, сын, увидимся. Сегодня мы увидим новую планету. Может, даже погибнем на ней. Увидимся, Купер. Удачи. Купер, живо вылезай из симулятора и двигай к десантному кораблю. Да. Блин, сраный флотлайн. Так. Сложно рекомендуется. То есть на мастера я все-таки не гожусь. Ну, блять, я. На самом деле, блин, года два точно не играл в Titanfall. Давайте хотя бы нормально. Куда торопиться? Операция «Палаш», 9-й фронт ополчения, пункт назначения планета Тифон. Задание. Пехотная поддержка РСП во время выполнения секретного задания. Оккупирование АСП, пространство фронтира. Ой, АМС. РСП. Сука. Оккупирование АМС, пространство фронтира. Ну, поехали. Respawn Entertainment представляет. Титан упал 2. Хули вы ожидали, что вам всю информацию выдадут сразу же? Да. Шлюпка восьмой серии. Включен в медблок. Пассажир, стрелок ополчения Джек Купер, личный номер 20131. Стабилизация состояния. Введены 250 миллиграммов санфентанила. Побочные эффекты. Тошнота, головокружение, нарушение двигательной координаты. Очень полезно для бойца. Ж, ладно, тошнота-то ладно. Нарушение координации, блин. Нафиг мне ваш флотлайн. Никто не отвечает!
Не. Точно, я же еще без прыжкового модуля. Блять. Это мне вольт. Один, это хорошо. Ух, ебать. Тебе здорово досталось, Купер. Держись. От этого можешь вырубиться, но когда очнешься, все будет хорошо. Гости Моса, на подходе вражеские титаны. Высшие хищники. Принято, Бити. Наемники. Купер, не высовываться. Бити, пойдем. Топовый пилот. А. Ну, хотя, в принципе, да, как я и говорил, что... Могут победить либо равные, либо превосходящие силы. Тут учитывая, что двое на одного, да. Я хотел уже, блин, усомниться в том, что, блин, топовый пилот. Не очень. У нас 18 часов, пока ковчег не будет запечатан и готов к доставке. Шевелитесь! Эй, Рихтер! А ну оставь трупы в покое, псих! У нас есть работа! Нам не заплатят за уборку тел! Пошли! Единственная причина, почему главный герой остался живой. А я же думал, что он типа дохлый. Сель, что ли, в какой-то вступил? Нет. Бити, передаю права новому пилоту. Связь. Браво. Браво, танго. 7-2-7-4. Браво, танго, 7-2-7-4. Бити. Возьми мой титан. Используй мой шлем и прыжков. Ой, что это? И модуль. Учеба закончилась. Позаботься о нем. Джонал Купер. Я всегда мечтал стать пилотом, хотя, конечно, не таким способом. Капитан Ластимоза погиб в бою. Джеймс Маккаллан сбит. Все, что осталось от 9-го флота, спасательные шлюпки, аварийно приземлившись на планету Тифон. Может, уцелели некоторые крупные корабли, об этом не знаю. Тифон — вражеской территории. И всех нас будут преследовать силы АМС. Хорошо. Звание — стрелок 3-го класса.
Личная маскировка. Ага. И стрельное оружие. Танк класс авангард. Критический уровень энергии. Ага. Анализ топографии. Обновляется доступный маршрут. Недостаточно энергии. Кто побежал, срань? Забудьте заряженную батарею. Сука. Ладно. Состояние прыжкового модуля. Двойной прыжок отключен. Идет калибровка для нового пилота. Проверяется распределение массы пользователя. О, блядь. Пока. А, не, живой. Давай. Как тут забраться-то? Идет калибровка для нового пилота. Калибруются микрогироскопы. Блять, я думал, враг где-то, блин, общается. Появляются датчики угловой скорости. Перебалансировка жидкости датчиков. А, вот это уже, походу, живые. Почему у меня флетлайн? У меня был не флетлайн, какого хуя? Здравствуйте. Вы ко мне? Обращаюсь к ополченцам в этой местности. Мы вас найдем. Предлагаем вам немедленно сдаться. Вот R-201 мне больше нравится. Отдан приказ открывать огонь на поражение по вооруженным ополченцам. Живой? Хуя-то, блять. Я не пилот. Пока что. Ай, ай, ай. Е, ты кого ты видишь, блядь? Сквозь скалы, что ли? Сколоч, что ли? Бля какой. Привет. Опа. Деймер. R-201. А у меня? R-200. А, это с прицелом. Пока. Не вижу пилота. Вижу его, он тут. Хуя у вас тут, ребята, блять.
Подождите. Чего? Где-то внизу был чувак еще. Сто 11, 18 всего. Блять. О, снайперы. А, ну это типа лонгбол. Я понял, это лонгбол. Да сдохни ты. А давайте мы его взломаем. Не понял. Какой классный ножик-то, а? Понял. Обращаюсь к ополченцам. Напоминаю, вы находитесь на планете Тифон. Планета находится под контролем АЭС. Но вне наших объектов обитает много диких тварей. А мы не контролируем природные зверя. Сдайтесь, и мы обеспечим вам личную безопасность, как военно-пленные. Так, где там батарейка-то? Ага. Извините за батарею Титана капитана Остимузы. Иди отсюда, блядь. Блядь, паршивая. О, блядь, никогда не любил это место. Титан типа авангард. Ой. Не выйдет. Близко нам этого не приказано. Тупые дебилы. Мало энергии. Недостаточно энергии. Куда ж твоя энергия делась? Тарик проебал. Нет, он без шуток. Энергия 2/3. Электронный мозг перезапущен. Зрительная система работает. Настраиваю фокусировку. Пилот, все нормально? Вроде да. Ты назвал меня пилотом? Да. Покойный капитан Ластимоза назначил вас временным пилотом. Поздравляю вас с повышением. Можете называть меня Бити. Бити, понятно. Ага. Мои системы перезапускаются, но третья батарея ускорит этот процесс. Я останусь здесь. Какой хемлок? А, уже во-первых. Пока не могу передвигаться, постараюсь помогать вам советами через шлемофон. Ага. Обращаюсь к ополченцам. АМС обеспечит всем сдавшимся безопасное возвращение в исправительное учреждение. Куда, блять? Советую немедленно сдаться любой поисковой.
категорически не советую вам сдаваться, АМС. Анализ речевого сигнала указывает на ложь. Не волнуйся, Бити. Понятно, но все равно рекомендую уходить. Отряда утильщиков АМС на подходе. В смысле, я тебя не брошу? Способность действовать в некоторых ситуациях без своего титана – обычное требование для пилота. Угу. Да. Да, блять. Системы удаленного сканирования перезапущены. Из-за нападения 9-го флота ополчения мы приземлились вдали от пункта назначения. Мы находимся на вражеской территории. Будьте осторожны, здесь нельзя долго оставаться. А долго ты служил с Ластимозой? Капитан Ластимоза был привязан ко мне 973 дня назад. Что там? Красиво. Мы знаем, что где-то остались уцелевшие ополченцы. Мы вас найдем и выловим одного за другим. Советую выйти и сдаться, пока не поздно. У нас тут всюду поисковые группы АМС. How about не ед? Дуговая. Это что у нас такое? Да, ДМР уже в экипировке. Патрончиков возьми. Дебилы. Чё, блять? Отстрел болванчиков. Чё? Что сказал? То ёба, блять. Опа. Да в смысле? О. Сюда иди, блядь. Спитфайр — это хорошая вещь. Кто тут, блядь, летает? Пилот, в вашем костюме есть функция аварийной маскировки. Она пригодится вам в опасных ситуациях. Я в курсе. Разведывательного спецподразделения ополчения, сокращенно РСП. Ее зовут Са... Чё? Абрикс. Бити, на этом корабле есть кто-нибудь живой? Нет, сканирование не обнаруживает на борту. Ты, блядь, что за звонки посреди, блядь? Жизни, но 90% шлюпок были выпущены. Надежда остается.
Куда мне идти-то, блять? Перевернуться. Обращаюсь к уцелевшим ополченцам. Ага. Поверьте, в ваших же интересах сдаться. Согласитесь, пусть лучше вас найдут наши солдаты, чем ищейки в лесу. Пилот, наше местоположение раскрыто. Разведчики АМС. На подходе подкрепление противника. Нам надо срочно установить нейронную связь. Пожалуйста, установите последнюю батарею. Энергия полностью восполнена. Пилот, чтобы продолжить, нам надо установить нейронную связь. Прошу, садитесь в кабину. Поехали. Директива номер один. Связь с пилотом. Устанавливаю нейронную связь. Нейронная связь установлена. Стрелок Джек Купер. Теперь вы временный пилот Титана BT-7274. Ага. Директива номер два. Выполнять задание. Задание. Продолжить спецоперацию 217. Я засек приближающихся врагов. Директива номер три. Защищать пилота. Перезапускаю критические системы. Вихревой щит включен. Вихревой щит ловит вражеские пули и ракеты. Чтобы выпустить захваченные объекты обратно во врага, отпустите кнопку. Хорошо. Пусковая установка «Псаломщик» работает. Эта наплечная установка одновременно отслеживает множество целей. Чем дольше вы удерживаете кнопку, тем больше целей будет захвачено. Вау. Нейронная связь установлена. Есть связь для управления основным оружием и для движения. Е-бой. Засечен спуск вражеского титана. Приготовьтесь, нам придется пробиваться в безопасное место. Да, надо просто убить парочку злодеев. Рекомендуется поддерживать позитивный настрой. Здорово, Блэд. Выходи. Титан ополчения, номер корпуса BT-7274. Дайте, блядь. Я под огнем. Неплохо, пилот. Неплохо. А то. Я уничтожил. Отлично, пилот. Наша боеспособность повысилась.
Пилот, я засек еще приближающиеся отряды утильщиков АМС. Наш единственный шанс выжить — выполнить задание, встретиться с майором Андерсоном. До того мы с вами предоставлены сами себе. Отмечаю место. Следует поспешить. А, конец миссии, ладно. Журнал Купера. Этот Титан, BT-7274, говорит, что я его временный пилот. Мой единственный шанс выжить — выполнить поставленную задачу. Я должен завершить задание капитана Ластимозы, а именно встретиться с его командиром майором Андерсоном из разведывательного спецподразделения ополчения. Осталось пройти 60 километров. Вот так вот. Всего-то. Кровь и ржавчина. Пилот, силы АМС продолжат нас искать. Чтобы выжить, нужно встретиться с майором Андерсоном в 60 километрах от нашего местоположения. Чтобы выжить, придется импровизировать и приспосабливаться. Это вам БАС-3-2! Несем большие потери! Всем отрядам ополчения, помогите нам! Мы несем тяжелые потери! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что происходит, блядь? Чё, блядь, происходит, нахуй? Ебал ваш рот. Что опять лагает? Ничего. Чё за хуйня тогда происходит? Титан ополчения, номер шасси BT-7274. Вступаю в бой. Титан врага уничтожен. Да что такое? Да, надеюсь, у тебя есть что-то в запасе. Происходит? Чё же, блядь, вечно какое-то говно? Какое-то вечное дерьмо происходит. Что за хуйня, блядь? Ладно. Я еще жив, бандит. Да что происходит, блять? Ладно, блять. Не мешай пройти. Предположим, что я этого, блять, не видел. Атакуй!
Да, за что? Спасибо за помощь, сэр. Мы займем позиции. Опа. Так, тон. Пушка слежения 40-миллиметровая. Телобарьер защищает от выстрела с одной стороны. Безусловный захват цели. Требует полный захват цели. Ой. Пилот, на данный титан установлено улучшенное вооружение. Это может дать нам тактическое преимущество. Не. Кажется, кто-то влюбился. Любовь в человеческом понимании невозможна без восторга, привязанности, преданности и уважения. Вывод, я влюблен на 50%. Пилот, снаряжение Тона позволит нам захватывать цели и выпускать самонаводящиеся ракеты. Это пригодится в бою. Пизда вам, пацаны. Пилот, продвинуться дальше нам мешают ворота регулирования сока. Где-то неподалеку должен быть пульт управления ими. Чё ты там стреляешь, блядь? Значит, да? Значит, вот тут, блядь. Атакую пехоту противника. Хорошо. А, ты живой? Сказал, блядь. Ой-ой-ой. Классно, патрончик заканчивается. Хотя бы R-97. Дальше нам мешает ворота регулирования сока. Где-то неподалеку должен быть пульт управления ими. Режим техобслуживания. Открытие ворот регулирования сока. Внимание! Обнаружены токсичные пары в вашем зале. Закрывается предохранительный шлюз комнаты управления. Пилот, предохранительный шлюз задраен. Следует найти другой выход из комнаты управления. Нам придется разделиться. Разделиться звучит рискованно. Учитывая текущую ситуацию, этот риск полностью оправдан. Привет. Рекомендую найти выход. О, Крабер. Есть, Бити. Ты тоже смотри в оба. Понял, Белок. О, Крабер. Что? Ну что? Внимание! Говорит Кейни. Друзья из АМС и ополчения, у нас возникло недопонимание. Но ничего страшного. А, блядь. Да робот обслуги.
Я его убил. Кто это был? Открывай досье. Наемник, обычно связываемый с бандой высшие хищники. Известный наркоман и наркоторговец. Какой ты шустрый-то. Держа в руках оружие, он стал решил достать пистолет. Там кто-то был, блядь! Кто это такой? Привет. Обращаюсь к ополченцам, оставшимся на объекте. Если кто-то не в курсе, Кейн тут главный. Чувствуйте себя как дома, пока вас не убил. А недолго. Нихуй, я там не въебал, блядь. Вот так не хочешь? Понял тебя, братан. Хорошо. Капитан, у труп что-то движется! Осторожно! Это наш пилот! Капитан, у нас тут пилот ополчения! Не стреляй, он из РСП! Посмотрите на шлем! Рад видеть своего, сэр! Нашему отряду крепко досталось! Им срочно нужна помощь! Как скажешь. Я-то живучий, блять. Илстар. О, вот это я понимаю. Здравствуйте. О, блядь. А то. Ух, ебать. Ёб твою мать. О-о. Меня тут нет. Еще живой. Нихуя! Чего? Жестко. А, то есть он... Блядь. Они взрываются, когда умирают. Я понял. Так, ладно, Илстар заканчивается. А, вот патрончики для Илстара. Там шлем. Ощущение, что мы несколько дней идем. Так. Вам требуется отдых. Да. Ваши жизненные показатели стабильны. Мы должны выполнить задание. Я ничего не... Ты ничего и не увидишь. Здрасте. А что это вы тут делаете? Вдвоем, тем более. Ладно. Итак, титан класса авангард и пилот из РСП убивают бойцов из АМС. Кто бы ты ни был. Ебать твою мать, ты чё так близко? Ну, в принципе, было красиво. Ай. Ты не увидишь.
внешние динамики на то, что переключены на основные системы. Так, что тут есть интересно? Комплекс бронит Титан класс Авангард. Возможно, из РСП. Наверное, из РСП. Дурень, все авангарды из РСП. Я сам им займусь. Понятно. За моим Титаном выехали. Пилот, соблюдайте осторожность. Пилот, соблюдайте осторожность. Возможно, где-то тут в повторе фразы «пилот соблюдает осторожность» была шутка, но я ее не услышал. А, понятно. Ну, либо была проебана при помощи локализации. Так, фу. Блять. Пилот, еще немного, и наши пути пересекутся. Отлично, очень рад. Обнаружено скопление сил безопасности АМС. Приготовьтесь, пилот. Хорошо вам. Рад видеть, друг. Аналогично, пилот. С этого пульта можно перекрыть поток грязи в следующей камере. Помечаю цель. Так. Не все так просто ведь. А, бля. Здравствуйте. На. Пожуй говна. Ладно, ребята, поиграли и будет. Я спускаюсь. 10-19. Термитная. Старбы заходят через патроны. Так, где-то тут что-то. А. Пульт какой-то. Пилот, надо остановить грязевые потоки и переключение системы фильтров насоса. Аварийное отключение. Так, что тут у нас? Ива-8, Р-201. Возьму его. Цикл остановки насосов 20%. Блять! Эти сраные хрени, блин. Тяжелых металлов. Они мешают работе моих систем наведения. Чего там высматривать? Стреляй! Беспорядочная стрельба в район нахождения моего пилота противоречит директиве 3. Ёб твою мать! Ребята, не надо! А, понял. Бля! Эти грибы грёбаные, блядь! Клещи, блять! Клещи! Цикл остановки насосов 40%. Давай, перезарядись. Опять клещи. Да сколько у вас там клещей? Алло. От них-то, блядь, тебе где враги? Да отстань ты от меня! Кого он там осколочно кидает? Понял тебя, братан. Опять клещи, да сколько можно? Блять. Живи, блять! А, у меня же Ева, ёпта. Блять, только половина, ёбаный рот. Клещи не надо.
Привет. Привет. Цикл остановки на сутки. Где клещи? Нет клещей больше. Я надеюсь. Слава богу, блядь. Ебашь их. Визуальный контакт с пилотом. Начинаю огневую поддержку. Опасность рядом. Спасибо. Сразу такие, блядь. А, пиздец, Титан. Бежать. Еби их, блядь, бити. А я к тебе. Ой, блядь. Мне еще упасть не хватало. Нелегкий. Вы хорошо держались, я отметил это в протоколе. Я обнаружил выход на этой стороне. Сюда. Всех убил. Директива номер 2. Выполнять задание. Задание. Продолжить спецоперацию 217. Поехали, блять. Ох, ёпта. Кейн тебя не приглашал, поэтому ты умрёшь. Так-так, отлично, ещё один заблудший герой. Пафосный мудила, блядь. Ого, одобряю! Повеселимся, салага. Будь ты такой пафосный, блядь. В лужи техника, они очень яркие. Спасибо. Учту. Ох, блядь. Вали, салага, просто вали! Да что происходит-то, блядь? Давай, давай! Пару ударов кейс выдержит! Я могу сражаться день и ночь! Пока. Отлично, пилот. Пилот, рация в шлеме Кейна все еще работает. Следует ее собрать. Класс «Авангард» прорывается через комплекс. Прием! Найдено устройство связи. Обнаружена рация АМС. Расшифровка протоколов АМС. Как все легко-то оказывается. Разные технологии, разные разработчики, но совместимое оборудование. Красиво. Пора готовить драконис. Есть. Схватило трех ополченцев. Что будем с ними делать? А, убей их. Нет, не надо! Иду. Конец связи. Расшифровка вражеских переговоров всегда играла важную роль в войнах. Это даст нам преимущество. Чтобы выжить, нам придется продолжить движение. Да. Журнал Купера. Моя нейронная связь с BT улучшается. Мне удалось убить Кейна, наемника, работающего на МС. Мы продолжаем идти к месту встречи, надеясь, что
А, надеюсь найти майора Андерсона. Враги все еще нас преследуют, но теперь у меня есть рация Кейна, так что мы хотя бы можем подслушивать их переговоры. Майор Андерсон пошел этим путем. Возможно, так мы сможем сократить дорогу. Рекомендую выбрать этот путь. Включаю режим пилотирования. Смотрим под ноги. Окей. Что это за место? Открываю досье. Неизвестно. Отличное досье. Что мы тут делаем? Нам надо пройти через этот комплекс и встретиться с майором Андерсоном. Понятно. Так, Скорч. Зажигательная пусковая установка 203. Огромные гранаты с горючей смесью, вызывающие пожар в месте попадания. А, да-да-да-да-да, классная штука. Да-да-да. И... Эш, это близко. Плазменный щит или что-то типа того. Эш, слушай. Я не отвечаю. Похоже, пилот из ополчения рвется в герои. Видимо, идет к вам. Убить его. Да. Прыгай. Понятно. Конец связи. Эш. Кто такой Блиск? Наемник часто работает на АМС. Военный преступник. Блиск виновен в смерти моего предыдущего пилота, капитана Ластимоза. Понятно. Да, блядь, этот что... Что это, блядь? Лучше буду держаться подальше от этого говна. Блядь, по пехоте, конечно, стрелять этого дерьма, блин, то еще удовольствие. Здравствуйте, пацаны. Да что это такое, блять? Нахрен. Сейчас ставлю свое снаряжение, даже. Привет. Выходи. Думаешь, умеешь драться? Думаю, да. Давай. Бля, какой. Ой, понял.
капитану врага. Рассредоточиться. Ополченцы, ловите. Повреждение корпуса. Капитан врага уничтожен. А, все сразу, блядь, в рассыпную. Чё, ядро? Поехали. Гений, блядь, тактики. Так. Брут. Четверная ракетница. Основной. Выпускает сразу 4 ракеты. Вторичная автоматическая стрельба одиночными ракетами. Вихревой щит. СВВП с зависанием. Многоцелевая ракета. Держишь кнопку, чтобы автоматически сводить сразу несколько целей. Ну да. Ядро полета. Взлет с зависанием. Пуском ракет по целям внизу. Брут, прикольно. Чем? А, привет. Там умный? Пилот, грузовой лифт на погрузочной площадке сократит путь. На вашем дисплее помечена панель управления. Понял. Это идея. Спасибо, пилот. Отряд уничтожен! Я ты вломил мне. Аж в ушах засвистело. Грузовой лифт включен. Ага. Мозамбик. Мозамбик here. Мне нужна помощь. Тревога. Тревога. Посторонний титан на погрузочной площадке 13. Передаю титан. Мозамбик here. Капа 3. Место проникновения. Погрузочная площадка 13. Капа. Принято, Капа 3 скоро прибудет. Пилот, я не могу высвободиться. Купер. Спиздили титана. Просто из-под носа увели. Экстренная трансляция BT-7274. Задание. Встретиться с пилотом Купером. Найти майора Андерсона. Внимание. Среда с опасными механизмами. Статус. Невозможно выбраться из руки манипулятора. Попытка номер 35 неудачна. Невозможно выбраться из руки манипулятора. Попытка номер 36 неудачна. Окей. Пилот. Пилот. Нужна поддержка. Похоже, автоматическая охранная система поймала титана. Нам же меньше работы. Преданность. Мозамбик, Мозамбик. Мозамбик, Мозамбик. Ой. Мозамбик. Хоть где-то Мозамбик полезен. Так, что тут у нас? И чё? Вау, вот это голограмма, блядь. Да я и без голограммы обойдусь. Пилот. Купер. Сообщаю, меня тащит в подстанцию объекта. Бити, как до тебя добраться? Идите вдоль труб на нижние уровни. Внимание, теряю контакт. Не. Ладно.
Не допрыгнул. Пилот, по всему комплексу рассредоточены пехотинцы АМС. Соблюдайте осторожность. Мозамбик! Этим должны Марвелы заниматься, а не пехотинцы. Да нет! Не для того мы готовились. Такое вообще значит, что должны быть чертовым симулякром. Ты живой? Неплохо. Лиск, это Эш. Я захватила Титан класс Авангард. Что мне с ним делать? Да что хочешь, мне плевать, уничтожь. Что с пилотом? Им занимаются. Это здание само по себе оружие. Если понадобится, я пущу его в ход. Хватит в игрушки играть. Тебе не за это платят. Уничтожь его, если потребуется. Ясно? Конец связи. Пилот, они везут меня по сборочной линии. Есть общий выход. Рекомендую вам идти по платформам. Окей. Этот комплекс полон опасностей. На сборочном конвейере вас может раздавить. Вижу цель, это пилот! Так, что тут у нас? Не, флотлайн мне не нравится вообще. Там умный, что ли, блядь? Щит он тут включил. Гибралтар, что ли, до хрена? На. Мозамбик. Тут же платформа была. Хрена себе, она быстро пропала. Что ты там встал, а? Чё? Чё ты сказал? Ой. А, он четырехзарядный зомбик. Это он в Апексе трехзарядный, а тут четырехзарядный. Окей. Так, что тут у нас? А, ничего интересного. О, блядь. Ладно. Я попаду. Блять. Живой, блять? А, другой. Может, здесь это только другой? Блять, блять. А, патрон заканчивается, классно. Фелстар. Так, перегрев. Щит. Пилот, меня везут через участок с готовыми сборными конструкциями. Вам до меня недалеко. Идите. Черт, Питти, что же они тут строят? Неизвестно, но сомневаюсь, что АМС производит жилые дома. Обычно АМС их разрушает. Смешно.
Как долго? Да что вам надо? Граната. А, клещи. Патрончики для Элстара. Чё? Кто? А. Фу, блядь. На, конвейер, давай быстрее. Мне на ту сторону перебраться. Так, о, Spitfire. Spitfire это всегда хорошо. Так, куда мне? Наверное, туда. Попал. Я поторопился. Сука. Но все равно убейте его. Там движение. Да че, кто, блять? Ой-ой-ой-ой! Где? Где инвиз? Где чё? Блядь. Ты, блядь, серьёзно, что ли? Что происходит? Че меня убивает-то? В конкретном данном случае чё? Хуя себе! Что такое? А! Чё? Патроны закончились. Чё, кто? Нихуя! Ну
Бам, не сюда, или не менее сюда. Ну. А, мне наверх, наверное. Электродомовая. Понял. Стороны. Ой, уехала. Сейчас бы я прыгнул, короче. Чего? Да, блядь. Кто сказал? Да, блядь. Действительно сраный Мозамбик, блядь. Кого? Так, чё, куда? Понятно. Тут скоро все вывернется наизнанку. Или вверх дном, учитывая обстоятельства. Эх.
нихуя у тебя что-то сарказм бить. Если так подумать. А если я не хочу? Пилот, по всей видимости, выход в куполе наверху. Рекомендую во что бы то ни стало туда добраться. Да залезь ты на него! И чё, голограмма дальше, чё? Полезно. Купол ждет. Не бойся, я не разню тебя. Даю слово. Блять. Спасибо, дерево. Купол ждет, блядь, заберись еще на него, на этот ваш купол. Ай, какая же срань. Да что за... Какая-то система, блядь, ебанутая нахуй. Да сука. Чё сделать-то надо? Как туда забежать-то? Чё происходит? Во. Схуяли, ты в прошлый раз так не сделал. И чё? Допустим. Вау! Спасибо! Охуенная голограмма, блядь. Просто, блядь, 10 из 10, блядь. Загружается сценарий 127 в куполе динамического моделирования 304. Yeah. А теперь давай посмотрим, на что ты способен. Только вопрос, зачем?
все это? Доставка испытуемых ополченцев. Загрузка сценария 127 завершена. Начнем же. Выпускаю спецов. Пилот, ваш курс очищается. У вас проблемы? Я тут типа занят, Пити. Если вы в бою, используйте маскировку. Она временно сделает вас невидимым. Запуск испытательной программы жильца АМС. Задействую дополнительных жнецов. Ёб твою мать. А можно не надо? Пора разнообразить сценарий. Алексей следует поблагодарить меня за лучшую. Нападин, немедленно явитесь в купол 314. Ваша задача — убить пилота ополчения. Понятно. Так точно, выдвигаемся к куполу 314. Конец связи. Да, блядь, сколько вас тут? Задействую дополнительных жнецов. Ёб твою мать. Где-то есть ракетницы какие-нибудь. Дядь! Вообще никакого, блядь. Никаких гранатометов, ничего нету. Вы охренели, что ли? Нахрена вы, в принципе, скрывали? Вопрос на миллион.
Повторная оценка значения фразы «короткий путь». Это смешно. Эш, скажи мне, что ты убила того пилота. Почти убила. Не отвлекайся на свои игры. Что, нельзя совмещать приятное с полезным? Нет, если мешаешь работе. Поняла. Конец связи. Спокойствие. Я за его голову такую цену назначил, что тебе на любые игрушки хватит. Сектор 4 Чарли. Подрыв зарядов с 21 по 29. Полные отряды сдерживания. С сожалением сообщаю, что поскольку вам удалось справиться с нарушителем, мне придется уничтожить весь комплекс. Некоторым из вас покажется, что это крайне неприятно. Возможно. Так, куда? Куда? А, понял. Я без вашей голограммы разберусь. Пилот, не знаю, что вы сделали, но взрывы ослабили руку манипулятора. Я свободен. Хорошо, блять. Это хорошо. Здание разваливается. Предлагаю покинуть его. Подружка совсем недалеко от меня, отмечая местоположение. Вы, блядь, заебали ваши эти, блядь, грибы. Это уже просто не смешно. Так. Чё мне надо? А, на ту сторону. Так вот. Тут очень опасно. Пилот, советую вам забраться в кабину. Да давай! Ну куда ты пошел-то? Режим пилотирования включен. Пометил на вашем дисплее. Да, я понял. Ну и где ты? Это еще не конец ополчения. Для тебя конец. Ядро полета готово. Ядро полета выключено.
Блять. Пока. О, какой. Его щит. Давайте, ублюдки. Эш! Назначил высокую цену за твою голову, пилот. Так что живой или мертвый, ты не дорог. Окей. Начнем. Начнем. Батарейка. Сильное повреждение корпуса. Впечатляет. Удивительно, но впечатляет. Нет. Нет. Надеюсь, последних желаний у тебя нет, потому что их время прошло. Сильное повреждение корпуса. Тебе не стоило этого делать. На, блядь. Ты кто стреляет? Охранная блокировка отключена. Доступ на поверхность разрешен. Вау. Охранная блокировка отключена. Рекомендую покинуть объект через туннель. Братан, а ты смелый. Во. Пилот, я пришел к выводу, что лучше избегать коротких путей. Это точно. Короткие пути никогда ни к чему хорошему не приводят. Журнал Купера предполагал, что путь через динамический комплекс АМС позволит нам обойти труднопроходимую территорию, но выбор оказался неудачным. Больше не будем срезать путь. Мы почти добрались до места встречи с майором Андерсоном. Остается найти его и прояснить ситуацию. Что будет потом, неизвестно. Там война. Чё долго миссия прогружается? О. Следствие и причина. Прибытие на место встречи с майором Андерсоном. Пилот, майор Андерсон где-то здесь. Обследуйте объект. Встретимся на той стороне. Не попадайся больше, Бити. Срезать путь не буду. Все команды, участвующие в анализе ковчега, должны явиться в лекционный зал на презентацию генерала Мардера. Спасибо. Не думаю, что мы готовы к испытанию. Не забывай, что он заручился поддержкой. Что это было? Похоже, что искажения на территории объекта создают временной разлом. Рекомендую сохранять осторожность, пока мы не узнаем больше. Навсегда нейтрализовав силы ополчения, мы поможем защитить всю человеческую расу. Расширим ее зону влияния. Классно. Да, блять.
Персонал обязан постоянно... Взял, спиздил, блять. Твою мать. Что это за место? IMC, база оперативных института исследовательских центров. Но данный объект ополчению неизвестен. Сколько у них подобных объектов? За 8 стандартных месяцев до начала операции «Палаш» 9-й флот ополчения захватил и уничтожил более 29 подобных объектов. Ладно. Странно. Я фиксирую тут остатки моего собственного следа. Возможно, искажение влияет на работу сканера. Эти останки не соответствуют генетическому профилю майора Андерсона. Возможно, он еще жив. Рекомендую заглянуть в главный вестибюль приемной. Я бы пошел с вами, но, к сожалению, мой корпус не пролезет в дверь. Везет тебе. Обнаружен сарказм. Что тут с патронами? Да, надо. Ага. Бити, я нашел Андерсона. Он в потолке. Задание выполнено. Мы встретились с майором Андерсоном. Как бессердечно, Бити. Так точно. Сердце Андерсона не бьется. Его организм прекратил биологическую деятельность. А ты смешной. После смерти Андерсона командование спецоперации 217 перешло к вам. Поздравляю с повышением, пилот Лукер. Дальше идет инструктаж Андерсона от командира РСП ополчения Сары Брикс. Майор Андерсон, 2 недели назад мы перехватили переговоры АМС. Они нашли что-то на Тифоне. Был зафиксирован мощнейший выброс энергии, а вслед за ним временное искажение. Приказываю силам РСП проникнуть на объект противника. Есть. Я займусь этим вопросом. Охуеть. Это устройство, теперь я еще и командир. Во время операции Гризли защитит вас. Нам известно, что АМС наняла Купина близко и его наемников для охраны какого-то важного объекта. Поэтому будьте осторожны. И, Андерсон, вы знаете, как я ненавижу писать похоронки. Поэтому не ходите один. Помните, РСП команда. Ну, в итоге он умер. Часть данных, собранных майором Андерсоном, утеряна. Долг велит нам завершить выполнение специальной операции 217. Рекомендую отыскать устройство, которое Андерсон носил на запястье. Зачем? На нем не было никаких устройств. Должно быть оно на другой половине тела. Я обнаружил брешь в здании службы безопасности. Предоставляю доступ. Я останусь и продолжу сканировать спецевую структуру, пока вы ищете информацию и устройства в здании. Должен быть способ проще, Бити. Постараюсь найти. Забавно. Так, что тут у нас? R99, массив. Должен нарушитель. Активируй автоматизированные системы защиты. Хуя вас тут, ребята. Ай, по-моему, похуй на меня вообще.
Ай! А! Я застрял. Дайте мне мой спидфайр. Вот это ты мне въебал, братан. Что такое? Я вас тут, блядь. Закрыто. Внимание, в вашей области было зафиксировано небольшое нарушение. Небольшое нарушение, блядь. Вражеский пилот. Вооруженный. Проник на территорию. Небольшое нарушение. Автор шифровка BT-7274. Только для командира РСП ополчения ОП-217. Ситуация. На Тифоне обнаружен огромный выброс энергии. Перехват переговоров отдела RSAMC, обнаружен неопознанный объект. Задание. Проникновение на объект на Тифоне, сбор разведданных, обнаружение источника выброса энергии, отчет командиру Сари Брикс. Все просто. Простите, Амбас. Это место небольшое нарушение системы безопасности, и мы просим гражданских лиц исследователей немедленно. Пилот, Купер, я передал часть функции моего ИИ на устройство, чтобы мы смогли общаться вне зависимости от временных сдвигов. Необходимо исследование дикой природы. Слушайте остатки переговоров и устройте засаду. Активированы дополнительные лазерные сети. Окружаем его. Какого черта? Пилот! Куда делать? Никого. Ага. Привет. Положите обстановку. Обстановка такова. Ааа, блять, тут эти зверюги. Блять. Да, шу, блять, там враги, тут враги, везде враги.
Ну и где ты? Жестко. Так, 5.97. Это хорошо. Ну, погнали. Ладно, взрыв в пакет. Кто-нибудь скажите мне где? Доложите обстановку. Пока. Мне в какой-то лифт, что ли? Подождите. А. Я понял. Нет. Пилот, я нашел запись Андерсона, которая может вам помочь. Начинаю воспроизведение. Журнал Андерсона 341 АМС действительно что-то нашла. Что-то способное искривлять пространство и время. Создали ее точно не они, но они ее ремонтируют. Их планы могут обернуться катастрофой. Майор Элай Андерсон, РСП. Ладно, так что тут у нас 201 МПУ. Ой, 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 ой. Так, тут все еще закрыто. Что мне надо? Куда мне надо? А. Или нет? Дьявол, блять. Понял. Граната ушла. Ты как мертвый разговариваешь, блядь. Пошел я отсюда, блядь. Больно. А, вот кто разговаривает. Если мы сейчас не протестируем ковчег другого. Мастиф, детка. Все. Журнал Андерсона 342. Источник энергии искажающего орудия называется Ковчег. Похоже, корпус его оставляет желать лучшего. В этом пусто. Где же этот ковчег? Конец записи. Ковчег подготовлен и отправлен. Oh.
Чё? Охуенно. Я понял вас. Пока. Раскручивайте внешние кольца. Испытание начнется, когда ковчег будет на месте. Окей. Так, а мне куда? Точно не сюда, да? Тут что-то как-то далеко бе... А, во. Или не, а где-то 201 было. Во, тут мне больше нравится. Так, чё, куда? Угу. Понял. Позиции пропитаны остаточной энергией. Теория. Сюда доставили ковчег, а затем здесь произошел мощный взрыв. Андерсон планировал провести разведку недалеко от центра активных колец. Понятно. Ой. А в итоге помер. Блять. Это будет сложно. Ну или не очень. Так, что тут у нас? А. О, я понял. Блять, не успел. Понял, смотрим, наблюдаем. Они решили испытать оружие на спутнике планеты. Это был всего лишь тест. Следующая их цель — наша планета. Гармония. Они хотят нанести удар как можно скорее. Нужно сообщить об этом сами. Да. Я нашел тебя. Это была последняя запись майора Андерсона. Купер, я ознакомился с вашими разведданными. Возможно, у меня есть план. Встретимся снаружи. Окей. Уровень. Обнаружен полигон прототипа искажающего орудия АМС. Диаметр испытательного кольца 184 метра.
Источник энергии — ковчег. Местоположение неизвестно. Угроза крайне высокая. Следующая цель МС — планета ополчения Гармония. Рекомендация. Полномасштабная модель искажающего орудия не может работать без ковчега. Найти ковчег в настоящем с помощью данных о его энергоследе из прошлого. Понятно. Рекомендую встретиться у колец, где я смогу просканировать энергосвет ковчега. Я что-то... О, блин. Замечен пилот врага! Нас атакуют! Блять. Пилот, я обнаружил пульт управления мостом, ведущим кольцам. Я пометил его местоположение. Где? Похоже, что ваши действия в прошлом настроили оставшуюся автоматизированную охрану против нас и в настоящем. Какого? Прямо в рот, блядь. Ядро полета готово. А, сдохните, блядь, твою мать. Задание. Я отметил местоположение пульта управления. Воспользуйтесь мостом, пока платформа испытаний искажающего орудия не взорвалась. Понял. Так, это что у нас такое? Ион. Энергетическая винтовка. Вторичный сплиттер тратит энергию. Вихревой щит, растяжка минус лазерным лучом. Почевой лазер для высокоточной стрельбы. Можно ионом побыть. Не дайте нарушителю добраться до ковчега. Бери. Режим пилотирования включен. Стабильный сервер, оптическое сканирование 217, идет сканирование.
Отлично, пилот. Сканирование завершено. Андерсон узнал, что АМС планирует уничтожить гармонию планеты ополчения с помощью действующей модели этого орудия. Пилот Купер, мы еще не закончили. Мы должны передать эти данные флоту. Угу. Мы нашли труп Андерсона. Нам придется самим завершить его задание. АМС недавно испытала новейшее оружие, уничтожив его с помощью Луны Тифона. АМС назвала его искажающим орудием. Мы видели, на что способен уменьшенный прототип. АМС собирается применить полномасштабную версию этого оружия против планет, контролируемых ополчением, чтобы мы сдали фронтир. Планета Гармония первая на очереди. Надо срочно передать эти сведения командованию ополчения. По словам BT, для этого можно использовать астрономический маяк IMC. Пилот Купер, Андерсон мертв, но если нам удастся наладить связь с флотом, мы сможем завершить его задание. Впереди есть астрономический маяк, он может нам пригодиться. А если не успеем туда вовремя? 40 миллионов человек на Гармонии погибнут. Нужно сообщить об этом командиру РСПС Ари Брикс. Пилот, я вижу впереди нас маяк. Сканер фиксирует минимальную мощность. Потребуется ремонт. Окей. Внимание, фиксирую несколько объектов. Обнаружен противник. Ловцы, похоже, запрограммированы на штурм комнаты управления. Обнаружены следы ядовитых химикатов. Не помру. Маловероятно, пилот. Туман смертелен для органических существ. Если вы погибнете, мы не выполним задание. В кабине вам ничто не грозит. Как скажешь. Садитесь в кабину и отправляемся. Там новое снаряжение. Ронин. Уменьшает урон на 7 вражеским быстрым блокировкой мечом. Базовый рывок. Пилот, я обнаружил бойцов ополчения в комнате управления маяком. Они передают сигнал бедствия. Подключаю. Эй, там! Прием! Пилот! Ты нас слышишь или нет? Брут или не брут? Рекомендую помочь им уничтожить ловцов, а потом напрямую связаться с пехотой ополчения. Тактическая рекомендация — раздавить их. Мой корпус весом 40 тонн справится с мелкими врагами. Нейтрализовано. Отлично. Эта победа подняла коэффициент вашей эффективности. Да. BT-7274 силам ополчения. Все угрозы нейтрализованы. Вы нас спасли. Эти ловцы все перли. Долго бы мы тут не продержались. Открываем наружный шлюз. Заходите. Пилоты Титана, подъемники. Маккор, поднимай, выполняй. Слушайте. Капитан, что там с маяком? Нет питания. Контроль над маяком утрачен. Чтобы перезапустить систему, нужен вот такой прибор. А то этот накрылся. Классификация — дуговой инструмент. Функция — выработка до 5 мегаджоулей энергии. Да, мы знаем, что это. Почините его. К сожалению, нет. Сенсоры показывают, что на подстанции есть еще один, но спуститься туда почти нереально. Не годится этот маяк для людей. Понял вас.
Пилот Купер, рекомендую соблюдать осторожность при перемещении по подстанции. Вы никто даже не спросил. Луговой инструмент. Вот никто даже не спросил. Удачи, сэр. Надеюсь, вы вернетесь. Мы слишком многих там потеряли. Дай мастиф, дай мне патрончик для мастифа. Удачи, пилот. Спасибо. Хули. Так, ну это мы уже читали. Так что, в принципе, это не обязательно. Так. Полезай в блядскую подстанцию, Купер. Да. Купер, какого хуя? Никто у меня даже, блядь, не спросил. Хочу я этого, не хочу. Просто пойди и сделай. Так, собственно, блядь, как же все лагает. Что я, собственно, хотел? Небольшой перерывчик, минут на 5. Как говорится, сходить, пописить, покурить и все дела. И уже тогда продолжить. Не скучаем. Thinking aside this was enough.
Ладно. Я обещал, что это будет быстро. Все, конечно, хорошо. Но пора продолжать. Нет, я тут подумал, на самом деле их тоже понять можно. Учитывая, что это устройство находится в бешеных ебунях, а пилотов у них тут нету, вряд ли эти жестянки понимают наш язык. То в принципе они просто туда чисто физически добраться не могут. Так. Красавчик, братан. Все по жести сделал. Я за... Туда, что ли? Последний пилот в нашем отряде пошел сюда. Пилот, я подключил сеть дисплея вашего шлема для наблюдения. Если вам потребуется помощь, канал открыт. Лети, что это тут со стенами? Сканирую. Неизолированные силовые цепи. Контакта с ними следует избегать. Продвигайтесь вперед с осторожностью. Понял. Бити, напомни, что я тут делаю. Вы должны забрать дуговой инструмент. С его помощью мы сможем запустить систему питания и восстановить работу рынка. Мои сканеры фиксируют энергосвет инструмента на подстанции. Полезно. Софтбол. Что-то такое пушки не помню. Я себе. Нет, спасибо. Я вы бешеный, блядь. Не успел ворваться, блядь, уже ебут. Во все щели. А, чё? Кто? Понял. Ну. Ну их же взломать можно. Их взломать можно! Блядская тварь. Попытка взлома неудачная. Блять, иди нахуй. Варина. Пять. Будто в лабиринт попал. Глубина большая. По данным сканеров, максимум 300 метров. Что это за место? В базе данных компьютера со станции оно обозначено как энергосистема астрономического маяка АМС. Полезно. Так, что тут? О! Марвин Дельта 2. Отключите турбит. А. Блять. Как это говно работает? Ладно. Я допрыгнул. Взлом произведен. Вентиляция отключена. Не бойтесь. Прыжковый модуль смягчит падение. Окей. Дуговой инструмент в 30 метрах. Дай. Мое. Взлом жопы. Что? Бля, я... Сука. Я его обидел, блядь. Братан, прости. Прости, братан. Но мне... Да подожди ты тут. Прости меня, братан. Я его обидел.
Слушай, я впервые такое вижу, обычно я его сразу валю. А, классно. Я понял. Вы кибер униженный, точка ШПГ. Блин, слушай, мне что-то прямо жалко даже стало. О, не то. Чё-то мне, серьезно, мне что-то даже жалко стало. На С. Автоматическое охлаждение жопы активировано. Идет Я вот это бустяка. Вы прикроете. У меня нет слов. Идите скорее в комнату управления. Вас ждут. Они парни. Ваши пилоты тупорылые дегенераты. Раз какой-то... Такому на курсах пилотов не учат. Ну вот и дело-то. Раз какой-то никчемный новичок смог сделать это. Неужели ваш пилот на это не способны? И, похоже, притащил дуговой инструмент. Открой. Отлично, пилот Купер. Теперь можно запустить энергоснабжение маяка. Рад, что вы вернулись, сэр. Как раз вовремя мы восстановили систему. Осталось лишь подать питание. Пилот, силовые реле в камере отключены. Вы сможете запустить их вручную с помощью дугового инструмента. Да. Надеюсь, что инструмент стоил всех мучений. А еще там куча радиации. Выявлен высокий уровень радиации. Костюм даст вам лишь временную защиту. Рекомендую двигаться быстро. Я бы там не задерживался, иначе можно не слабо так поджариться. Да. Ладно, открываю дверь через 3, 2, 1. Открывай! Вы немедленно покинуть камеру. Отлично, пилот. Питание восстановлено. Отлично! Питание есть! Открыть заслонки! Запускаем маяк! Открывай заслонки! Диагностика завершена. Мощность 100%. Перенастрой заведение антенны. Запущена перенастройка модуля наведения. 50%. 70%. 80%. 90%. Внимание! Выявлен сбой. Аварийное отключение. Капитан, модуль наведения отключен. Проклятие, держу пари, АМС на подходе. Разумное предположение. Маккорд, можно обойти этот модуль? Нет, сэр, если только мы не хотим отправить сообщение всему флоту АМС. Придется чинить этот модуль вручную. Пилот, да, теперь вся надежда на ваши таланты. Похоже, пилоту придется нам еще раз прогуляться в пекло. Установить палатку на месте и вернуться сюда как можно быстрее. Куда ж вы без меня, блядь? Включен режим пилотирования. Поехали.
Хули нам. Мы уже потеряли там немало отличных бойцов. Сканеры обнаружили тело пилота. Он зафиксирован в моей памяти как превосходный боец, достойно проявивший себя в ходе операции «Излом». Что за «Излом»? «Излом» — кодовое наименование крупной операции по добыче топлива, проведенной ополчением на планете Виктор. Мы понесли тяжелые потери, однако флот уцелел. Можно я залезу? Черт. Нет? Ну ладно. Доверьтесь мне, да? Тот самый момент. Сканеры обнаружили действующий модуль наведения 428 метров к северо-востоку. Согласно моему анализу, единственный вариант здесь бросок. Я переброшу вас туда. Я не способен сойти с ума, пилот. Доверьтесь мне. Ветер 3 узла, направление 274, дистанция 95 метров, вес бросаемого объекта 89 килограммов. Доверьтесь мне. Хороший бросок. Рад помочь, пилот. Удачи вам там. Виктор, это близко. Я-то сочно. Этот чертов пилот пытается наладить маяк. Сука. Рассчитываю на тебя. Мой любимый персонаж, блять, вот этот немец. Всем силам безопасности, это Рихтер. Быстро к маяку найдите этого kleiner Mann und lass mich nicht hängen. Принято. Соло 1, кило 1, начинайте. Сука, охуенный персонаж. Озвучен тоже, блин, ну... Чересчур карикатурно, но... Да, прикольно. Бля, я просто... А. Хотя бы акцент завезли, и на том спасибо. Не, вообще озвучка здесь тоже прям на высоте, я бы сказал. Чё? Привет. В атаку, мои верные подданные. Ну или так. Чё? Ну, пусть они там, пусть они веселятся. Клещ. О, клещи, блядь. Ебить их всех, клещи. Привет. А, на него он не действует, я понял. Бля-бля-бля. Блять. Так, а где этот? Взорвался, что ли, уже? Что там по мне стреляете, блядь? Клещи. Клещи!
ты сосредоточить огонь! Мочи! Ой, нихера себе отдача. Чё? Выехали, пацаны. На! Что тут нету? Нету, 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 нету. Бросай! Чё бросаешь? Патроны закончились. Ну ладно. Похоже, придется отказаться от мастифа. Чё? Так. Вижу шлем. Полезно. Прям интерактивность, блядь, зашкаливает. Хрена здесь эти краны, конечно. Понятно, чтобы были, но... Полезность сомнительна. Кто тут, блядь, шуршит, шебуршит, блядь. Ага. Да, блять. Почему он не бежал по стене? Какого черта, блять? Никак. Килл 1-4, вы меня слышите? Килл 1-4, прием! Килл 1-4 того. Внимание всем, Килл 1-4 не отвечает. Готовьтесь к столкновению на четвертом маяке. Принято. Мы на четвертом маяке, готовьтесь к перехвату. Я думал, он тут остановится, но не хочет. Ладно. Так, что тут? Мастиф. Мастиф! Где мастиф? Привет. Ой, я понял. Ай, не надо. Не вижу, Сэй!
не подпускайте. Откуда они видят? Сквозь стены. А, может, слышат, конечно. Вау. Нихуя. Не-не-не-не-не. Обнаружен модуль наведения. Проверьте дисплей. Сула-1-6, группа начинает на маяке уничтожена. Возможно, пилот пытается провести оттуда передачу. Сула-1-6 Рихтеру. Намерения пилота неизвестны. Возможно, пытается увести нас от Титана. Дай. Займитесь пилотом. Насчет Титана у меня другие планы. Я майнфюрер. Хорошо, вы у блока управления. Переместите антенну до упора вправо, чтобы добраться до нее. Альфа-2-1, он уже убит? Доложите ситуацию. Рихтер, нам нужна поддержка. Пилот врага все еще действует у Маяка-4. Поддержка? Тюпиша Аймси Швахну. Высылаю поддержку. О, громобой. Ебой. Вот он, блядь. Здорово, блядь. Грави-звезда. Орхстар, что ли? Э, братан, чё с тобой? Не хромай, братан. Так. Что у нас есть интересного? Вольт. Это мы возьмем. Это нам пригодится. Модуль внутри излучателя антенны. Хорошо. Модуль наведения маяка отключен. Директива 2. Статус задания обновлен. Модуль наведения получен. Ожидаю вашего возвращения, Гувер. Внимание! Переход в сервисный режим. Ну и чё вы тут мне предлагаете? Опять очередную бесполезную килограмму? Вау. Понятно. Вау. Это так классно. Полезные голограммы. Ладно. Пора умирать. Очередные, блядь, супер полезные голограммы, от которых и так-то, блядь, толк никакого. Переход в сервисный режим. Но, блин. Альфа-2-1, доложите ситуацию. Ну же, вас zum Teufel! Противника противотитановое оружие. Запрашиваю помощь. Понял. Принял, выехал.
А куда, блять? А. Атакую пехоту противника. Мастиф. Атакую пехоту противника. С возвращением, Купер. Рекомендую произвести зачистку зоны перед началом ремонта. Поехали. Режим пилотирования. Тебе пизда, ты в курсе, братан, беги. Все угрозы устранены, зона безопасна. Вы в порядке, пилот? А то, я был в ударе. Мои сенсоры не зафиксировали нанесенных вам ударов. Хотите, чтобы я обследовал вас на предмет повреждений? Просто такое выражение, Петя. Что я кучу народа перебил. Понял вас. Добавлю его в свой словарный модуль. В течение последних 38 стандартных часов я неоднократно находился в ударе. Что нам делать? Протокол 2. Статус задания обновлен. Заменить модуль наведения. Разъем для модуля находится наверху антенны. Требуется перемещение броском с последующим самостоятельным подъемом. А, ясно. А где расчеты? Или ты без них сейчас обойдешься? Ну ладно. Блиск, это Слоун. Слушаю. Кейн и Эш мертвы. Кто-то убивает твоих наемников. И похоже, у него одна из наших раций. Я знала, не стоило тебе нанимать этих недоумков. Откуда она узнала, что у меня их рация? Привет, пилот. Это Кубен Блиск. Ты ведь слушаешь нас? Хочешь быть героем, значит? Ну ладно, давай, если шило в заднице. Но в твоем месте я бы так упорно не лез на рожон. Дольше проживешь. Но ведь по закону жанра я же полезу на рожон. Правильно. Не стреляй по мне. А! Я чуть не упал. Антенна автоматически придет в правильное положение после установки модуля. Бля, сука.
отправим наше сообщение в мод. Так, сейчас я вот это вот возьму. Прекрасно, сэр. Рихтер, это близко. Я уже иду туда. Конец связи. Это Рихтер. Перехватите и уничтожьте этого пилота, а потом убейте оставшихся ополченцев. Жнецы на подходе. Поехали. Войдя ополчение, заблокируйте комнату управления. Обнаружен противник. Принято, сейчас сделаем. Будем помогать вам отсюда. Блять, чё, взрывается все. А, понятно. Так. На какой сложности играешь? А ты как думаешь? Не, в принципе, мне предлагали сложно. Блять, больно. Можно попробовать, кстати, на сложный. Посмотрим, на что ты способен в честном бою. Какой же он карикатурный, бля. Здорово. Поехали. Ой, блядь. Блять, ядерный титан. Наверное, надо было сразу на сложный начинать. Пилот, рекомендую покинуть. Хотя? А если я не хочу покидать? Запускай! Есть, сэр. Процедура передачи запущена.
Работает! Мощность сигнала 25%, yes. Она растет! 60%, пока порядок! Почти! 80%! Мощность сигнала максимальная, можем начинать передачу! Передается поток данных, ожидание отклика. Надеюсь, хоть кто-то там еще уцелел. Понял. Говорит командир Сара Брикс, отряд мародеры, РСП ополчение. Назовите себя. Командир Брикс, говорит BT-7274. Директива 2. Выполнить задание. Передача данных флоту, закрепленному за РСП. Принято. Рада слышать, что с вами там все в порядке. Мы сейчас принимаем ваши данные. Да. Делов-то, блин. BT-7274. Твой регистратор зафиксировал смерть прежнего пилота. Верно. Капитан Тайло Стимоза погиб в бою. Теперь я закреплен за временным пилотом, стрелковым Джеком Купером. Погоди-ка. Ластимоза закрепил тебя за стрелком? Да, у него не было выбора. Хорошо. Мы скоро передадим тебя опытному пилоту. Возражение. Мой пилот Купер. Коэффициент нашей боевой эффективности превышает 90%. Запрашиваю разрешение сохранить закрепление. Тебе повезло, что мы в трудном положении, Бити. Разрешение дано. Это большая похвала со стороны машины Купер. Ваши данные сканирования Ковчега помогли нам найти его энергослед. Он тут, на Тифоне, на базе АМС. Времени в обрез. Начинаем. Быстро вы. Быстро они его нашли. Так. Мы воссоединились с остатками 9-го флота ополчения. Под командованием командира Сары Брикс мы собираемся захватить ковчег, источник энергии для искажающего орудия. Оказывается, я не зря просканировал этот ковчег. Это позволило нам выяснить, где он сейчас находится, на авиабазе АМС на Тифоне. Скоро мы атакуем эту авиабазу, бросив в бой все титаны. Испытание огнем. 60 километров к северо-западу от маяка. Внимание! АМС разработала искажающее орудие. Оно способно уничтожать целые миры. Но без источника питания ковчега оно бесполезно. Ваша задача захватить ковчег, пока он на авиабазе. Мародеры, готовьтесь! Ожидание высадки титана. Вот ни хера себе. Блять, уйди, что ж. Нихуя себе, блядь. Вот это бешеный вражеский он, блядь. Самый умный, что ли, блядь? Ты нужен впереди. Так просто, мне даже плохо.
Конечно, блядь, ты, сука, разрядишь свое ядро в меня, мразь. Так, я понял. Брут или он? Попробуй его. Че они? Как они? Блядь, щиты, сука, щиты, блядь. Поехали. Пизда вам, пацаны. Она меня зовет просто пилот. А, промахнулся.
легион. Ух, блять. Ну, наконец-то она меня Купер назвала. Да давай, то он не тормози. Пока. Все? Ну ладно. Я думал, блин, хоть какое-то еще сопротивление будет. А, вот, танк, слушай. Бля. Да ты чё там, тут стоит один, стреляет по титану, блин, с обычной пуговки. Гений тактики, блин. Давай, пилот, за мной. Да иду. Поехали, это пилот, нам наверх. Теперь будет сложнее. Отлично потрудился, Купер. Как по мне, ты заработал свой сертификат пилота. Ага. Ой. Заканчиваем и валим домой. Новое снаряжение. Нордстар. Плазменный рельсотрон. Снайперская винтовка. Рельсотрон заряжается при прицеливании. Так, энергокапкан. Зависание. Кластерная ракета. Звезд зависания. Пуск ракеты по цели. А, ядро полета. Попробуем. Чтобы и нет. Вон он. Мы еще успеем перехватить ковчег. Блин, а у тебя быстрый титан. Ух, красиво, хорошая снайперка. Да, блин, отойди. Ядро полета выключено. Ох, ёпта. А, щит, понял. Бабах. Свои. Пробиваемся вперед. Надо забрать ковчег корабля. Блять. Ты куда ж ты спину свою подставляешь?
отойди. Спиной своей, блядь, все загородил. Иди, блядь. Да, блядь. Так. Где еще титаны? Силы ополчения. Атакуем драконец. Вижу авангард. Иду на перехват. О, вот это красиво. Поехали. Я тоже хочу ядро залпа. Проверка завершена. Системы вновь.
Блять. А, я понял. Прекрасно. Всем усилить наступление. Блять, да что ж так жжет-то? Мы должны догнать корабль. Внимание, корабль нестабилен. Требуется батарея на замену. Да тут горит вся земля. Больно, больно, больно. Ай, я застрял. В текстурах опять, блядь. Увидимся в аду, пилот. Применяю ядро залпа. Облажался. Уже поздно. Ковчег направляется к вам. Теперь очередь Кюрзы. До встречи. Лев корабль, летим за ними. А, батарейка. Успел. Драконис летит с ковчегом к месту расположения полномасштабной версии искажающего орудия. Мы отправляемся в погоню на угнанных транспортниках АМС. Эти вдовы быстрее, но и драконис тоже. А, эти вдовы быстрые. Сара говорит, что еще не все кончено. Нам предстоит вступить в воздушный бой. Вот он, Дэвис, тот самый, из ПВЕ миссий. Завести стрельцов, у нас преимущество. Огонь! Лист-2, ракета пошла. Зеруда, Зеруда, попадание! Утверждаю урон по всем целям. Приближаемся к транспорту, обходи его. Надо поймать драконин. Ох. Так лагать-то, а? Бети, дай сесть, сесть, а! При броске между двумя движущимися платформами нужно учитывать больше переменных. Удачи. Нормально. Добро пожаловать в 6-4, Куб. Купер, мы не сможем доставить тебя прямо на мостик. Мимо этих пушек нам не проскочить. Высадим тебя у кормы, ну а дальше придется самому. Враг слева.
Купер, я подойду насколько смогу. Планируем прыжок как следует. Давай, пошел! Классный прыжок! Мы тебя прикроем, Купер! Мощный! Подсек трону 5! Броник вам! Блять! Под лестницей человек! Мастиф мне. Они за углом. Следи за левым флангом. Пусти фантом. Я иду, прикройте. Молодцы, включены. Я с ним включены. Атакую. Цель поражена. Да, блядь. Красиво. Держитесь, мы вас спасем. Купер направляется к главным пушкам Мальты. Не знаю, будет ли этого достаточно. Купер, быстрей. Пробитый вертикатель, покинут корабль, А, это враг? Я на нее навел прицел, увидел там союзную метку и не стал стрелять. Все чисто. Охуительные тайминги. Командир, мои любимые. Против пушек Мальты этого летающего титана долго не выстоять. Держитесь, мы вас спасем. Купер направляется к главным пушкам Мальты. Не знаю, будет ли этого достаточно. Купер, быстрей. Пробит гипердвигатель, покинут корабль, покинут. Кэмпбелл Брэкстон, держать курс. Противник! Блять, что это такое? Красиво. Блять. Э, братан. Тебя ебут. Вторая обезврежена, займись последней. Да. По нам стреляют в укрытие. Кажется, последний. Врагов не видно. Купер, жди там. 6-4 поднимаются на борт. На палубе Мальты остались работающие зенитки. Надо отключить их с мостика, чтобы мы могли приблизиться. Будет сделано. Хорошо. Отлично, отлично, прикрывайте. Мы прикроем. Командир Брикс, понадобится ваша помощь. Ясно, медведь. Скоро буду. Путь к мостику лежит через тот ангар. Есть идеи? Брикс слушает. Чем могу помочь? Закройте дверь и держите корабль. Он не думает? Нет, нет, секунду. Со мной! Работенка, что надо. Ага, не заскучаешь. Дэвис, пошевеливайся. Куплен право 6, готов пристыгать. Припадет на проведку. Внутри остальные два чарли отправляют вниз под ёрдом. Они же позади нас! Ух, как красиво. Безопасность направлена к ангару. Повторяю, угроза.
двигаться. Всем силам безопасности направляться к базе. Укрытие! Блять, Оркстар, это был Оркстар. Это был фатальный Оркстар, я понял. А, классное сохранение. Нихуя себе! Просто ваншот в упор. Да блять, ну отлично спину подставляешь, братан. Найс, бахаешь. Да сдохни ты. Ёб твою мать. Кстати, я понимаю, экшон. Я там видел Вингмана. Дайте мне Вингмана. Еее, Вингман, ой. Ай. Хватит там сидеть. Чё за хуйня происходит? Давайте с самого начала. Вы чё? Мань тебе. За мной! Ну же, Купер, поспеши! Так, и? Прекратить огонь, так не пробить! Парень у лестницы! Цель на первом ярусе! Кумулятивные заряды готовы! Эй, Купер, смотри, как это делает 6-4! Пилот Купер, ты готов? Да, готов. Прорыв! Чисто? Чисто! Вот так это делается! 6-4 за мной! Купер, иди к капитанскому пульту и отключи пушки! Купер, пульт здесь! Да иду, да блять! Сломай пульт! Отключи пушки!
Командир Брикс, это наша. Отлично, 6-4. Хоппер, мостик пока твой. Доставай инфонож и заведи корабль в тыл драконису. Баркер, доставь визит Куперу. Вас понял, выхожу. Держи железный дровосек. Всем позывным. Разобраться с врагами и отходить к драконису. Это все. Не туда идешь, Купер. Возьми направо. Ну все, получил. Вот твой титан, Купер. Надоел мне с ним нянчиться. Готов передать управление пилоту. Купер, мы прикроем тебя сзади. Захвати палубу и иди к драконису. Хорошо. Буду один. Юрза на станции. Пилот, твое путешествие заканчивается. Небеса принадлежат мне. Некуда бежать. Негде прятаться. Думаешь? А я возьму Норд Старый Тебе. Вижу за такой бандит. Я себе, блядь. Чего? Че так сразу, прям, сходу, жестко. Чего, блядь? Где? Гюрза подбита. Вас поняла. Поднимитесь на драконицу, захватите ковчег. Готовимся к переброске. Купер, готовьтесь к броску. Давай. Жесткий патанчик попался нам. Аэродинамическое сопротивление рассчитываю. 2-4 справа!
Пити, ты в порядке? Левая рука отрезана. Функциональность сохранена. Корабль быстро теряет высоту. Купер, вся надежда на нас. Сюда. Что происходит, блядь? Приближаемся к камере ковчега. Камера слишком большая. Требуется импровизация. Что ты делаешь? Я не могу добраться до ковчега. Нужна ваша помощь. Надо уходить с корабля. У нас мало времени. Спокойно так руками его держит. Вообще плевать походу. Сюда, Купер. Что ты делаешь? Директива 3. Уноси оттуда ковчег! Невозможно, мы заперты. Я не потеряю пилота. Приготовьтесь к удару. Классно. Но ведь это же не все. Быстро, ну. Блиск, твои проблемы меня не касают. Так. Все очень и очень хорошо. Но думаю, на сегодня хватит. 4 часа вполне достаточно, мне кажется. Плевать. Какая страшная херовина. Что происходит? Выйти? Ладно. Весь Титанфолл, короче, повис в итоге. Причем еще и поверх всех окон, блин. Ну ты чё? Весело и задорно, блин. Наконец-то. Все это вылетело. Собственно, к чему все сейчас идет? Потому что на сегодня, наверное, все. Я вот думаю, в пятницу теперь ближайший по расписанию, и да, всегда пожалуйста.